понимаешь, Бледнолик. Довольно. Он твой. Силы преисподней, что тебе нужно? Ты велел найти тебя здесь, Лорат. Помнишь? Конечно, помню. Просто удивлен, что ты жива. Дай мне бутылку. Что с тобой случилось? Видно, на меня напал враг. Выпивка в моей предательской руке. Много выпивки. Может, я еще и подрался с козой за это грязное место. Думаю, я победил. Лорат, кто такой Бледноликий? Бледноликий. Харадрим. Был им. Харадрим? Тогда ты должен его знать. Я думал, что знал. Его зовут Элиас. Он был моим учеником. Это он привел Лилит в санктуарий. Возможно, мне не понравилась эта весть. Что же нам делать? Найти его. Понять, что он сделал. А потом убить. Слушай, есть одна женщина где-то здесь. У нее нужные нам сведения. А от меня сейчас толку нет. Разыщешь ее? Довольно терять время.